Костик на даче, день третий. Дожди закончились. Вот пришел. После дождей грязно было. Тут все расцвело уже. Ну, у меня особо нечему цвести. А так вокруг уже все зеленое. Так, сегодня надо вот этот мусор собрать. Привести все в порядок. И за домом. Тут тоже вот есть чем заняться. А вот за домом. Вон поезд поехал. И поезда тут у нас, и самолеты, и вертолеты, и кошки, и собаки. О, вон тюльпан. Один вот вырос, только уже вот сохнет. Остальные растоптали, когда рубили, таскали. Вот. Ну а тут где-то да, на день. Но я не один, с помощником. Так что, я думаю, разберемся. Ну что ж, начнем. Пока буду граблями собирать и в мешок складывать. Ну и параллельно буду также попиливать тополя. Соседи вон у себя прибрались. Только вот тополя оставили. Такое чувство, что вот они считают, что это мои. Не знаю. Предчувствие какое-то. Ну, как увидим, узнаем. Растут они за забором. Тут вот помощник запарил меня с клещами этими. Хожу, парюсь, как бы не укусил. Клещей нету. Зато вон такса укусила сейчас. Какой-то цыган пьяный шел с таксой. Но он сначала бегает, гавкает, гавкает. Потом хоп и кусанула. Вот она. Сейчас тут ношу, вспомнил в прошлом году. Тоже хотел заняться дачей, но в прошлом году была жара, дожди, вот то грязно, то жарко, да и просыпался большую часть времени в 2 часа дня. Вот, пришел как-то, а тут один из соседей зашел, вот из новых, показывает такое вот на это дерево умным видом, говорит, канадский, говорит, дикорастущий. Я говорю, да нет, это слива. Так вот, сейчас носил тут, вот, обед, в принципе, уже все. Сейчас покажу, что за первую половину дня сделали. Так, ну вот, одну оставил, так она как-то свисает, потом буду думать с ней. Вот, тут особо не носил. Так, вначале вот только начал. Потом пошел пилить, потом вот тут вот пошел заниматься, вот. Ну а помощник рубил.
Он и в прошлый раз рубил, он вообще все вот эти 3 дня рубил он чисто. Я пилю тут, убираюсь. Ну вот такая вот тут красота. Вот. За первую половину дня. Вот. Чисто таскать, потом пилить тополя, потом покупать бензопилу, рубить вот это дерево, вот эти 2 дерева там еще дальше. Ну а так в целом уже получше. Ну этот не знаю, попробую пилой. Вот этот, тут такие вот толстые, которые не очень удобно. Я тут один сейчас отпиливал толстый, как-то мне это не особо понравилось. А так да, расцветет. Ну, может, пораньше бензопилу куплю. Все, обед. Ну что ж, обед закончился. Сегодня на природе кушали. Продолжаем работать. А вот такая вот у нас картина на конец 3-го рабочего дня. Здесь вот тоже все чистенько теперь. Ну тут вот остался один. Говорят, еще можно его солью посыпать и пакет сверху одеть. Ну посмотрим. Тут еще вот надо. Так, вдоль забора чистота с этой половины. С этой половины надо еще вот вишню дикорастущую рубить. Снаружи тоже есть. Вот тут немножко веток. Вот, останутся только вот сливы. Вот 1, 2 и 3. Вот. А теперь самое главное. Вот как за домом теперь. Оп. И чистота. Чисто вот теперь большие ветки. Какие не собрал. Но я уже почти все тут собрал. Вот, убрать. А остальное граблями в пакет. Вот. Ну, уже почти порядок. Тут вот еще у забора есть что попилить, порубить. Вот. Вот эти 2 тополя можно, в принципе, пилой попробовать. Ну, 2 из 3. Хотя какие? Ну, вот это слева точно можно. Насчет вот этих 2, которые возле дерева, надо пробовать. Ну, а здесь, конечно, да, работка. Вот. С 2 этими тополями. Ну это ладно. Можно подождать, пока бензопилу. Здесь вот чистота. Вот еще работа где нужна. Ну тут гору почти всю растаскал. Вот эту вот, которую 7 лет назад собирал. Чуть-чуть осталось. До этого долгое время не ходил на дачу. В прошлом году, вот, как рассказывал, 3 раза только попал. Вот, надо тут еще, прежде чем бензопилой пилить, тоже где-то денек. Ну, в целом, уже довольно-таки здорово. Вот, солнышко не дает показать. Порядочек. Ну, на сегодня все. Пора домой.